Всем привет! Меня зовут Глеб, с вами, как всегда, сигарет нет. И сегодня в нашем ролике пойдет речь о новом девайсе от немало известных ребят из компании Smount, а именно Pasito 2. Как понятно из названия, это вторая версия мода Pasito. Девайс поставляется в довольно большой картонной коробке. На лицевой панели у нас, как всегда, есть изображение девайса, логотип компании и его название. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики, комплектация и есть скретч-код для проверки на оригинальность. Откроем коробку и посмотрим, что же нас ждет внутри. Внутри коробки нас встретит Pasito 2, красный кабель USB Type-C, запасной испаритель с сопротивлением в 0,6 Ом, и инструкция с гарантийным талоном. Корпус мода выполнен из металла и пластика. На лицевой панели расположилась довольно большая квадратная кнопка Fire с небольшим углублением, что делает ее нажатие еще более приятным и удобным. Чуть ниже разместился информативный экран и в самом низу кнопки плюс и минус. В самой же нижней части девайса разместился наш любимый порт USB Type-C. В верхней части находится огромный картридж, о котором мы поговорим немножко попозже. Боковые панели украшает стилизованная под карбон пластина. С одной стороны есть название девайса Pasito 2, а с другой стороны расположился логотип производителя. Стоит заметить, что новая версия в раза так два больше, чем прошлая версия Pasito. По размерам он схож с рыцарем, и можно смело сказать, что он будет являться его главным конкурентом на рынке вейпинга. Ну что ж, с внешним видом мы вроде как разобрались, теперь пришло время изучить его внутренности. В моде располагается встроенный аккумулятор на 2500 мАч. Зарядка происходит с силой тока в 2 ампера. В плане работоспособности тут все очень красиво. Встроенный чипсет обладает функцией термоконтроля на титане, стали и никеле. Можно настроить кривые нагрева и, естественно, есть режим VariWatt с максимальной мощностью 80 Вт. Ну и вдогонку, плата обладает всеми необходимыми защитами. Теперь пришло время изучить его картридж. Картридж Pasito вырос, и его объем составляет аж 6 мл. Работает на сменных испарителях. В верхней части находится рычажок регулировки обдува и сменный 510-й дриптип. Держится он при помощи двух небольших О-рингов. А картридж крепится к моду с помощью двух очень мощных магнитов. Еще огромным плюсом этого девайса является то, что он может работать не только от родных испарителей, но также к нему подходят и испарители от прошлой версии, а именно Pasito, и еще к нему подходят испарители от Night 80. Так что это огромный плюс. С поиском испарителей не будет никаких проблем. В завершение этого ролика я хотел бы подвести небольшие итоги. Этот девайс может выделиться своим большим аккумулятором, быстрой зарядкой в 2 ампера, огромным количеством различных испарителей. Также в нем регулируется мощность до 80 Вт. И вообще он выглядит довольно неплохо и очень хорошо лежит в руке, что тоже является большим плюсом. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и Сигарет Нет Бай. И до встречи на нашем канале.